Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данном видео расскажу, какие типы аккумуляторов бывают на iPhone 7. Бывает оригинальный аккумулятор и их аналоги. Отличаются они по следующим признакам. На оригинальном аккумуляторе стоит значок Apple. На копии он отсутствует. Текст более четкий, на аккумуляторе он более бледный. По работоспособности отличие заключается в следующем. Оригинальный аккумулятор соответствует своей емкости. Копия на 30% емкость меньше, хоть тут и написано 1960 мА. Мы вам рассказали, какие бывают аккумуляторы на iPhone 7. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.